Нет, не было гола. Кто-то говорит. Стербан. Сейчас посмотрю по ЕПГП. Олег, можно отойти немножко? Да. Минус отойду. Можно отойти или нет? Да. Хорошо. Ну что там, 495? Да, я забыл печеньку разрулить, точно. А разрулил колбу. Ну ты один рулишь печень. Пойму, Макгрегор в танка. Кому говорим так? Сразу. Прогулы на смерть будут стоять за королеву льда. Что ты говоришь? Говорю, надо кому? Этого больного Финкельштейна. Довольно пустой болтовни. Прибыли наши герои. С их помощью мы пробьемся через зал. Да, наверное, надо Джерриму. Чё? На Ханта Глора надо. Ну, на поводу. А не, на этом поводине есть Глора. Как ни странно. По-моему, РДД звезду, а Милики кружок. Ну, вообще-то наоборот. Да, наоборот. Давайте звезду, Милики. Ты забылся уже. Милики звезда. Не, РДД звезда, Милики кружок. Зажгите мои останки. Хочу согреться после смерти. А Альпич это не ты? Альпич на арке сейчас. А Мисао это кто? А. Перепутал. То я немного не так посчитал. А та печенька в боссе осталась, да? Да. Спохо. Ну потом, после синды, сбегаю, посмотрю. Ну, по-моему, он уже исчез. Так, есть вариант собрать после этого целка еще целка. Давай. Давай. И целка, и рейд. Это не, не бейте трэш вообще, Макгрегор, Акмак. Прожми таунт на звезду, остальные танки держите остальных мобов. Я загорелась. Не таунтите его. О, это было, наверное, зря сделал, да? Наверное, зря. Те целка, пацаны, говорят, из другого целка всегда папки падают. Ну ладно, бейте звездочку. От звезды отходим, РДД.
ты говорил про ПВП? Что говорил? Не, он повторяет только, что там всегда тапки падают. Буджалин, сбрасывай когда. Когда они упадут. Да похуй. О, давай лучше ульду, действительно. Да не, вы что, издеваетесь? Так давайте после второго целка ульду пойдем. Че смеетесь? Можно вместо второго целка ульду. Может лучше РС едовать, убьем моего К и спать. После второго целка можно собрать пару РС, а потом ульду. И до утра тут просидеть. А потом еще три ВК. Да, будем делать работу. На Вале в холле пристав спекаться? Да, спекайся. У кого есть хилы, спекайтесь. Мне остаться время, чтобы крейн давать? Да что-то смысла нет. Да, надо крейн, оставайся. Страшно сражались с плетью. Да благословит вас свет. Ладно. Сколько это маг за инст? Да. Линкани. Так, да тут типка хатай рейд хилят. Справа танчу. На бафы пошамали. Не вот это спекция, да? Сейчас посмотрим. Ой, я даже не последний. Да, спекайся, куда? Спойте гимном ему, пожалуйста. Хочет поменяться, отдам фулового вара на пау. Поставьте рыбу. Поставьте рыбу. Заказку. Я думаю, не буду танчить целка. Секундочку. Блин, надо еда, короче. У кого еще есть хилы? Так. Чек на пол. Таки под рулем. Так, а Стербан холи прист на ком? На Вале или на рейде? На Вале. Какой пристабаф? Лапу дайте пристабаф. Под рулем. Интеллект можно. Меня слышно? Да. Да. Дайте имя Резвезде. Дайте друля. Семь минут кулак. Так, все готовы, танки вперед. Какая разница, все дохнут, дохнут. А на всех по 7 минут. Шаманы на Вальке. Давайте порталы идем.
за звезду. Давление сейчас будет слева, идет вправо. Так, сзади порталы, вот и сзади становимся. А где порталы? Блять. Сука. Сейчас проебу, наверное. Пиздец. Все с правой стороны были, да? Угу. Да. Ну, давайте после этих порталов даем рост. Сейчас еще в одни порталы зайдем. Давление бейте. Силы возвращаются ко мне. Герои, еще немного. Давайте рост. Тербан, выделяй Вальку, пойдем на ХП. Вот хил, пойдем на ХП. Подавление бить. Да, 12 лишних секунд. Покончить с этими нечестивыми тварями. Это я думаю, зачем? Я тоже. КВ не забудьте взять. О, спасибо. Жезы. Жизнь. И полрейда побежала обратно. Ну надули, что ли? Надули. Не, есть там квест, кто 25-ки не взял еще. Могу. Это заклинание еще не готово. Чай сделаю. Так они уже запустились-то. Так мы все близко. Ну, логично. Так, поставил каждый сам за себя лут. Тут вещи падают, которые стоят 5 тысяч по 10.
отойду на пару минут. По 10 точно не стоит. Стоит. И по 5 не стоит. Но я бы купил бы кольцо и за 10 тысяч. Давай, я тебе продам какое-то кольцо. Которое упадет с этого трэша, возможно. Да? Просто стимулом бить трэш. Да, я так и подумал. Олег, я пыль тут нашел, тебе надо за 10 тысяч. И... тут еще есть. Да сука, я даже лутать не успеваю. Ну нахуй это, я отошел на 2 минуты. Не оставаться в хиле на Валь, ой, на Синду. Стербан говорит. Чуть не вовремя, да, кончики.
Я на минутку отойду, мне там надо бы бабушке укол сделать. По-быстрому. Удел смерть, погибни! Глупцы, зачем вы сюда явились? Ледяные ветра Нордскола унесут ваши души. Трепещите! Ну, отойдите подальше, чего вы стоите? Да там тотемы стояли. Там у локовский пес сдох, давайте не будем пиздеть. Посмотрите, вроде не падали, а теперь 48 попыток. Что за хрень? Потому что Сандрова убили. Проф и Лану убили, квартал. До этого. До этого. А какая попытка у нас пропала, напомните? Кров был, Лана была. Лана была, у нас сейчас 47 было. Кров убили, осталось 49 попыток. Убили Лану, осталось 48. Все правильно. На Лане не падали. Ну ты ее убил, это за попытку считается. Это не считается. Нет. За попытку. Считается. У нас шамана пропала. Не считается за попытку, это только давай. Либо вейд боссу. Что будет, если 50-50 ЦЛК пронести? Просто что-то первую будет? Попытку вспомнить не могу, которую мы профукали. Ну что, потому что ее не было? Корабли запустили, что ли? Лизеляга у меня, но... Если мы до ПП по времени не успеем, это из-за того, что ты покажешь. Давай ты можешь хила спекнешься. Стербон, в ДД, ну, ШП обратно, да? Можно каску и все пафы по шиману. Секундочку. Чтобы не ставили. Ой, ты спекнешься, хила? Ой. Спекнись, хило, Войт. А, он уже Алекс здесь. Ставьте рыбу. Дайте рыбщики, дайте каску, кулак по бахантампу. А
Быстрее буду. ШП у вас бегаться или нет? Стабаф и лапку можно? Сейчас Сандер запишет ноги и будет сраку, шарп еще будет бить по 60 тысяч. Стер бонус пекаться в ШП? Да, кстати, хорошо, что ты напомнил про логи. Да, оставайся в холле присти. Чек на готовность. Атай готов. Фафните коня там, у кого там. Олег, у тебя. Где конь мешает? Ну, блядь, вот прям глаз вот мне он светится, вот. Ярче всех значок. Поставь уже какое-нибудь воздаяние там. А так, дайте, дайте баф. Я готов, что? Все, тогда запускаем. Лапку дайте. Обнови каску под ДК. По... варом. Всех больше 11 минут, что мне хватит? Вряд ли. Хватит больницы, да, что? Не знаю, не знаю. Лапку можно попросить? А. Давайте метки вперед. Поклонки с этим, с этим. Глыбу, за которой стрим, не бить. По центру падает. Слева, справа бейте. Так, слевее падает. Все, подбивайте до 100 тысяч, переводите. Захил меня, захил. Давайте рост, блядь, забыл сказать про рост. Давайте рост. Ничего страшного, там 40 секунд. Все равно взлетит потом. Давайте бейте босса. Спою на хп.
там уже разбили. 4 хила, соблюденная магия, плохо. Дали квадрат. Все, больше ничего не стакаем. Давай под босса. Мелики отошли в РДД-зону. Сбиваем метку. Я. Будет под босса. Бестмод подними, ничего, а пока. Метку не бить. Ничем вставай. Сливайте метку. Макгрегор вправо. Право, право, право. Или метку. РТД метку справа, милики босса. Следующий под босса. Милики отошли в РДД зону. Давай метку. Следующий вправо. А, не-не-не. Блядь, ты танк. Ладно. Сливайте сейчас метку. Танк в метке. Ярин под босса. Перешло время. Ничего не делайте. Не бейте метку. Тяжко будет. Кто-то классно хлопает, да? Да. Это был где-то под босса. Дверь он вот это подосрал. Так, не метка. Добивайте уже босса. Это уровень ханта. Берем первый. Так. На мейн не то. Вот это на мейн надо кому-то? Да, я на мейн роли. Завоеватель. Обычный раздань тоже. Кому? Бестмод. Я сейчас до пофа сбегу, может он валяется. Поставьте шкаф, сумнете? Так, кто там написал, что этим локом ходил, а остальными плясами ты куда-то ходил вообще? Да. Только я конкретно не помню куда. Короче, там 25-ки, ИВК, РС, ГЕР. В общем, этот. Ну, я ими просто где-то 3 недели в гильдии или 2 недели. А локом только неделю, поэтому я локом помню все КД. А на этих у меня просто ЕПшки были еще за те недели. Понял. Короче, там какая-то ерунда случилась, не знаю. Актул Галы тоже жаловалась, в общем. Многие заметили вот такую ерунду. Есть еще рыба? Значит так, первые вальки станет у нас кружок стил, ромб маковей, седер трусы. Вторые вальки станет лень кружок, бестмод ромб, седер трусы. Третьи вальки снова стил, маковей и седер. Четвертой вальки снова лень, бестмод, седер. Это пофуляется. Все еще. А кому этот квест дается вообще? Только не по гости. Забери, Степан, забери. Да, ты ромб. Ты не так включил этот дом, блядь.
Первая волна и третья волна ты станешь, и пятую волну станешь. Ромик. Топа дисплей. Нажимай. Блин, как этот отключить? Удалить. О, сделали. Скажите, когда там заходить надо будет. Заходи. Вот так Глора надо кому, не? Да. Кому? Не тайму. Скажите, когда запустите. Заходи, Макгрегор. Бля, сейчас я на паузу зайду. Кому-то надо Глора на мейн, на офспек. Глора на офспек, на мейн. Она обычно БДК или Фуриком идет. Это мой день. Вот, Маккавейн возьмет на мейн, видишь? Так вот он пал, я тоже пал. Ты на кого ты робишь? Не писал, мне просто спросил пора Глор. Мне же ничего не надо на персов, кроме шипа вообще. Слышишь, Пап. Джерри, у тебя на коте мешок стоит, грудак? Нет, ты чё, у меня перч. Ебать. Так, стоим все в квадрате, милики. Дай кулак по охотнику. Я знаю. Зачем мешок на кота? Ты чё, Войт, с луны упал? Дайте... Седер готов? Седер. Да, тут. Всё, я запускаю. Лапу инту ещё дайте по охотнику. Точечно, лап, если жалко рен. Я на БДК, если скину. Не забывайте проклятие косноязычие кидать. Я кидаю. На лича вот сейчас, да? И на да, и на лича, на первых, на всех фазах на лича. Он и так там на вторых духов тоже покидает, если видишь, что не висит. Это он с капли кидать там по ретрике там. И ханты по возможности исступления снимается. Давайте паролем типа снимаем. Нет, поставь рядом на зоне. Кто ниже кинет, тот снимает. Это поставь мне корки за зоне. А он встал. О, пыщ бабах снимает. Ты ж поверни лича по-клонски, поверни лицом к РДД зоне. Встали в квадрат, милики, смотрим ловушку. Ловушка на седдере. А, где шапка еще появится? Проводите. Ты в ловушке стоишь, ёбан. Да сука! Все, можно падать. Да ты блядь! Ты сказал, на тебе ловушка. Так а мне шарка еще забрать нужно. Ну короче, я приебался тогда. В смысле как забрать? Обойти ловушку и забрать. Я не видел, где она появилась. Я же бегал. На тебе появилась, я же говорю, я не видел, где. Ловушка. Я же бегал мобов мелких собирал, не видел, где она появилась. Изи доп, епа. Можете там этот, дайте диван, что ли. Тебе хоть по диван. Да встань спиной, что-то. Блять, лол. Давай, если мы сейчас вапнемся, то придется тебе ЕГЭ поедать и остальным людям, которые будут косячить в следующем трае. Слушайте, блядь, я даже цело не могу покинуть. Длинноухий, по диспель чему? А, все, диспелишь ты, я понял. Че ты
Что ты делал, Макгрегор? Так... Забагался. Ну, прописываешь либо релот, либо альф 4 прожимаешь, нормально. Сейчас. Давай шкаф тогда. Будем самонить. Стерман, ты тут? Да-да. Рыба кончилась. Без рыбы, значит. Не есть кончился я, алло. На бафы. А вы на ком? На Вале. На Вале? Да, на Личе. Так, все готовы, я запускаю. Рыбы нету, да? Вон рыба. Вон стоит. Так, бой начался уже. Мы даруем тебе быструю смерть, Артас. Более быструю, чем ты заслуживаешь. Шуман, хотите прикол? Ваша тотема не достает. Ты пройдешь через... Достает. Смотри, оп. Не достает. Достает. Шага сейчас вперед сделает и достанет. Ну, а ну, убери эти тотемы, сейчас оно, убери тотемы. Да, не достает тотемы, шаманы, как-то вы поставили не так. Ставьте возле шкафа тотемы. Стоят возле шкафа. Ну так ты лизни тотем поставил. Какая разница? Не достает тотема. Как, какая разница? Большая. Поверни, Ильича. Должен танчить его лицом к зуме. На меня поверни Ильича мордой. Не надо, не слушай его. Так, мелики, ловушка в квадрат встали. Ну, блядь, и чё за опять говно? Как это? Всё нормально забирается. По центру стоит. Ну чё, выносим чуму? Бестмо, чума. Сразу не то сказал. РДД, ловушка. Нет, ты можешь поворачивать Лича во время каста Шарковичева. Если ты сможешь это сделать. Топал и так справляется. РТД ловушка. А, чума 5 секунд смотрим. Мелики в квадрат встали. Чума на мне. Фантастика. Так, смотрим дальше. Ловушка сейчас будет. РТД ловушка. Видит тоже Лича. Шаркующий сейчас 2 секунды. Шаркующий вылазит. Милики, ловушка в квадрат. Забили на Лича, чума 3 секунды. Так, опять на мне. Фантастика. Как сильно везет мне. Так, стопнули по Личу, все, не бейте его. РДД ловушка, перебежали. Веди Лича порталу. Седер, смещайся с шарками. 1%, все, не бейте босса, я стукнул
ДПС уже. Все, давайте все на край. Слишком много большой ДПС. РДД ловушка, отбежали. Он летаем, он если чему. Нет. Так, не диспель, не диспель с меня. Забери шар. А, все нормально. Все, бейте, короче, духа сейчас. Дух появился. РДД набрали дистанцию. Стербан с погим на ману. Поставьте тотемы. Сейчас будем звездочки стоять. Динноухи, Хата, Литрион, Незипанк, Элисандра, Пыш, Пыш, Бах, Войт, Хилл. Получаете дополнительный урон. Видимо, вы не понимаете, что я говорю. Мы разошлись. Ну, кто-то разошелся, кто-то нет. Я же не конкретно про тебя говорю. Так, последний дух. Сейчас попробую сбить каст. Так, сейчас дыхнет, смотри. Нет, уже не дыхнет. Встали в звездочку сейчас. Все в звезду. В одну точку. Стил, кружок, маковей, ромб, седер, трусы. Так. Через кружок играем. С центра все вышли, осквернение будет. 5 секунд осквернений, быстро. Вернение в идеале. Что ты там делал? Давайте рост. Добили трусы. Трусы. 200 тысяч. Все, играем в лича. Остановимся также в звезду. Все в звезду встали. Кружок, лень. Вестмод, ромб. Цедр, трусы, оскорнение, порталы выносим, РДД, все остальные. Ну, там, Фрейд, там. Ничего страшного. На первой вальке будет осквернение, потом выбегаем. Все, выбегайте, выбегайте к трону. Играйте в ромб. Застань ромб. Лень, застань трусы, бестмод, ромб. Играйте в ромб. С центра все вышли, осквернение будет. Теперь трусы, 200 тысяч. Так, дистанцию, не видели, что в центр? Дистанцию набираем. Все с центра вышли. Лучше на, еще на край его отведи немного. Ладно, мне осквернение скидай, пидор, сейчас вот. Лизни тотем осквернение, все, давайте, в звезду все. Стил, кружок, маковей, ромб. Этот, седер, трусы. Осквернение полетят, нужно сдвинуться левее. Да плевать. Бля, я ромб застанил. Играйте через трусы. Опять влока схватило. Где тут это осквернение видишь? Я не вижу осквернения. Так, осквернение 2 секунды. С центра выйти всем. Вышли с центра все. Акма, отошли от черепа. О. Так, теперь надо сместиться сюда, в звезду. Кружок лень станет. Бестмод, ромб, седер, трусы. КД таунт. Маковей из трусы. Так, 4% до переходки. 3. Станы, станы валим, играйте в лича. Все в лича играйте, давайте, пробуйте. Здорово, на семетку. Трусы еще раз застаньте, я в трусах. Трусы станьте. Давайте быстрее, все в лича. Нет! Стан был. Я станил, она не застанилась. Я про то, что улетел. Давай. Блять. На, мощника тебе. Видите, кружок. Гибна ман надо вам. Да. Да. Почта. Сферы бейте, алло. Бейте второго.
использовать. Бейте сферу. Кружок пока бей. Ничего, блядь. Завис. Захиливай. Залейте иннер. Ладно, давайте там пойдем. Если комната. Ир, дашь пакету? Иннер, дайте полез, лейтфан. Давайте, иннер, это шаман. Нахуя вы духа-то срываете? Давайте, сейчас захил. То есть не стоит, типа, что там здесь? Звездочка. Пошли. Рейд на пол захилить. Видите дух, и захиливайтесь. Будете навек порабощены этим проклятым клинком. Выход, секунда. Сейчас духа убьем. Убивайте духа быстрее, ребята, блядь. Уходите отсюда, уходите на трон. Лича на трон, уходите. Уходите из-под духа, кто сейчас сдохнет под духом, 100 гп. Уходите из-под духа. Джерион, я не достаю до тебя. ШП, ебаните в тучке. Когда? Двух ебанул. Седдера захил. СБР, пацаны. Седдера захил. Блядь, Седдер, ты можешь подойти поближе? Блять, а ты как сдох, Атай? Как у тебя дела там? А потому что он стоит далеко. Ты-то зачем сдох? Ну потому что духи летели. Ты понимаешь, что БР сейчас нету? Давайте захиливайте, я помогу. Звездочка, убираемся. Побежали, ничего не говорим. Старбор, дай на хп, быстрее, старбор. Все, проходи. Мы со скинди на РБДК, если есть. Он старбор после комнаты, дай гимн на ману. В портал уйдите, там духи. Лича на край, пожалуйста, что ты в центре с ним стоишь. Блядь. Иди на край. На противоположную сторону уходите. Дайте капли на меня сейчас, бред. Милики, смотрите, осторожно, лужа. Блять, сдохну. Давайте три духа еще захит. Что пошепчи? Стербан, помогай комнату хилить, обновление. Ханты. И так помогаю. Давай, три ханта, бейте духов, маги, бейте духов. Ставлю звезд. Пришли, чтобы побежали суд, звездочку. Чтобы уничтожить короля Лича. Вы не должны оказаться во власти ледяной скорби. Иначе, как и я, будете навек порабощены этим проклятым клинком. Побежали далеко. Бомба, бля. Сакру дал, все. Сакру дал. Нахуя? Хорошо, что дал. Везде стойте, ни сзади, ни спереди, бля. Не надо. Джерри, а чё ты духов не бьёшь, Дима? Так я дохну, чё ты, Ваня, топишь? Так что?
что это у тебя проблема. Ты хапала мальтира хилишь, когда тебя снесет. Че, упали? А тут дух убить не можешь. Убили, упали. Да зай, молчи, блядь, ём. Единоухий, сука. Вставай. Шпойкина мана у кого есть. У меня тоже нет маны вообще. Заливайте, возложение рук на хилов. Возложение рук на хилов кидайте. Лужа, лужа. Кидал уже. В комнате, там, не знаю. 5 секунд, 3 секунды КД, блядь, делайте что-то. Драконский хит, блядь. С будком. Читаю, короче, на ману, пока он зовет, наверное, прочитаю до конца, не знаю. Читается, наверное, дочитал. Все, пошли после комнаты, выйдем к порталу. Еще раз мурчик повешу. Дайте приставав. После... Да, заебись, давайте. Дайте мастер ау. Вы не должны оказаться во власти ледяной скорби. Иначе, как и я, будете навек пропущены этим проклятым клинком. Давайте, живите, хилы. Голову бегите, блядь. За углом. За углом стоим. Выход к порталу, пожалуйста. К порталу, пожалуйста. Хлопаю духов и добивайте 3% 2. Рост сейчас можете дать через 3 секунды. Нет уже необходимости. Все, заебись, добивайте. Все, логи записаны, блять. Ну, короче, у меня таймер, я запустил на леди, 2 часа 2 минуты. Охуенно, 2 часа 2 минуты? 2 часа. Пали под вашим натиском. Если бы не падали, уложились бы 2 часа. А чё на переходке так убило, вот сразу несколько человек и меня тоже? А вот духов кто-то, пидор какой-то сорвал бы. Ханты не напуливают духов, нихуя. Клан завис, ты чё тупой такой, ёбаный в рот? КД было. Ханты не распределили на пул на духах, на четырех. Ну. А, какой же ты тупой? Чё там, кто тут? Танк завис, а Грон улёвает. Ещё раз объясни. Кто по-клонски завис? Кто во духах, кто танчил, там Цендер кричал, что он завис. Пошел в рейд, ну типа, танк на духу, там насрать, типа, какой игрок. Смотри, как я буду воскрешать их и превращать воинов в плети. Они повергнут этот мир в пучину хаоса. Азерот падет от их рук. Ну, поглощение всегда больше. Правда, я на том, когда перехилил на С. Мне по душе это ирония. Свет, даруй мне последнее благословение. Дай мне силу. И чё мы в три хила не ходим? Это надо флоуд хилов, да? Нет. Да, хилов надо. Флоу. Хотя бы адекватных. Не обязательно флоуах. А какие там? Элшам? Полипал? Элшам, ДПР, РНЛ. Ну, хэпал, Элшам, РНЛ. Да не надо хэпал. Шамана, который хилит танк, и все, не надо хэпал. Так на личе два танка пробивает. Там не захилит Элшам. Захилит у нас, не знаю. Наконец, я свободен. А уже включится в два хила ходить. Когда почему-то Корею увидим, как в 2 хила будем ходить. Ага, его одного танка. Убили? Цепь не пал. Так читаю, убили? Что на форуме. Влад, 2 хила, один танк ходит.
Не знаю, кто ходит. На X5, у мутантов. Да не, у нас там какую-то фигню хотели сделать, чтобы по потолкам больше урона проходят. Там некоторые пишут, да, надо, там два хила одного танка в ере ходят. Конечно. Сука! Митриос и Аркус. Митриос. Ебаный. Коняху будем рулить? Блин, посох хороший. Вообще хороший. Висовый посох, ну. Я бы себе даже взял его. Он висовый-то. Ни на один класс, по-моему, пис не идет. Коли-прист. Мейн. На оф. Вы коли-прист можете с травами ходить, но аркус тоже неплохо. Там, если будете куда-то собирать, я минут через 10-15 подойдут, а, то ставьте, если шо. Ва, Ваня, заходи на шаман. Не, на протопал. Че ты собираешь? Аркус. На оф. Будешь снимать еще? Ну здорово, Мак. Тебе зачем он ни на кого не идет? Ролл идет. Куда рейд еще будет? У кого нету коня вообще? Визипан, тебе тоже ни на одном персе нету коня? У меня есть один. Что? Есть. Здорово, это кто вообще? Нет, я офнусь, ибо на числе напало. Ну давайте тогда порольте вот эти четыре персонажа, у которых нет вообще коней. У кого есть персонаж, у которого есть на одном персе два коня с лича? Есть такие люди? У меня. У тебя есть два коня с лича на одном чаре? Конечно. Кто? Тебе скажу. Спасибо. Да нет, ты врешь. Да, только есть. Давайте нам ЕП, и мы пойдем еще куда-нибудь. На РСК лучше пошлите. Идемте еще в целка. Да не, вы что, издеваетесь 10 часов? Там только 10. Всего лишь 10. Целка, мои тапочки ждут меня. Собираете что-то? За Левин, заходи в ЦЛК на Ардру. Сейчас ЦЛК будет? Да. Не, давайте вопрос такой. БДК на двоих в РС есть?